ширина 2,10, высота 1,50 м. Вы на весь этот размер будете просчитывать? Есть два варианта. Либо просто обычная ткань, либо светонепроницаемая. Вам какую? Ух ты. А можно и тот, и тот? Ну, вы сейчас можете записать? Да, могу все записать. Так, значит, сейчас, секундочку, рулонки открываю. Так, значит, рулонка, если... Сначала мы записываем стоимость рулонки самой. Угу. Значит, если она у нас с вами на обычной ткани, то ее стоимость... 1939, это у нас квадратный... Сама рулонка с тканью, то есть как бы это вот механизм ткани и все такое. А, это в этом размере, значит, в этом размере, да? Да, в этом размере. Если у нас блэкаут, то рулонка стоит... Угу. Блэкаут — это непроницаемая, да? Это непроницаемая с обратной стороны прорезиненная подложка. Значит, дальше, соответственно, фотопечать, она считается по квадратным метрам. То есть я вашу 2,10 умножаю на 1,50 м и умножаю на... Это плюс вот к этому, к 4, плюс к этой, да? Стоимости. 7 сколько? Да. А дальше, соответственно, как бы, ну, как бы вопрос какой. То есть мы работаем с сайтом, где он называется Shutterstock. Можно в Яндексе прям набить по-русски Shutterstock. Ага. Вы в него заходите, там такая строка, как Яндекс. Значит, вы в эту строчку вы забиваете, ну, к примеру, тигр, косуля, вот ваша там Эйфелевая башня. И вот там высвечиваются вам картинки с разными там видами, там ночной, дневной там и так далее, пейзажи. Значит, под каждой фотографией есть картинка. Картинку скачивать не надо. Если клиент ее скачивает, то он будет платить за нее деньги. Под каждой картинкой есть номер. Вот этот номер вы мне должны будете сказать. Это для того, чтобы нам выбрать, что мы будем печатать, да? Да, да, да. Значит, дальше, соответственно, как бы, если клиент захочет сделать цветопробу, то ее можно будет сделать. Но опять же таки, это что обозначает? То есть в этом формате А4 не вся ваша фотография будет вашей башней, а какая-то ее часть для того, чтобы клиент понял, ну, как бы, насколько ярко и так далее это будет все выглядеть. Если клиенту нужен какой-то проект, то есть, ну, к примеру, он выбрал картинку, там идет эта Эйфелевая башня, ну, к примеру, там с правой стороны тигр, и этот тигр ему не нужен, а вот эта башня ему нужна, то у нас есть дизайнеры, которые занимаются всяким этим, ну, а-ля фотошопом, да, назовем это так, которые могут это все отредактировать, и, соответственно, вот их услуги стоят за вот один этот... Я с ним поработаю. Спасибо. Вот, пожалуйста, все, тогда да, до свидания. Я тогда дам, значит, сейчас она просто... Это тот же заказчик, вот что и арку мы считали, и вот она хочет еще вот эту вот шторку посчитать. Чтобы... Ну, понимаю, но вот здесь вариант только такой. Ну, все, все нормально, хорошо сейчас. Угу, да. Пожалуйста, до свидания. До свидания.